Здравствуйте, Валерий Константинович. Меня зовут Людмила. Я живу в Финляндии. Я ваша ученица. Я купила у вас семена яблонь. И вот в 2022 году в августе я посадила саженцы на постоянное место. Саженцы яблонь. 8 яблонь. Вот так себя чувствуют сейчас саженцы яблонь. Все живы-здоровы. Чувствуют себя хорошо. 8 яблонь. Вот какие они красавицы. Вот. И вот. Восьмая яблонька. И одна слива. Я посадила две сливы, но выдержала только одна. Не знаю, что второй не понравилось. Но вот вторая тоже, вот какой хороший кустик, будет жить. Покажу общий вид. Все яблони чувствуют себя хорошо. При посадке я сделала обрезку. Макушки при посадке в 22 году сделала обрезку. Посажена на холмы. Все по вашей технологии. Все, как вы учили. Вот. И все яблони пережили прекрасную зиму. Зимы у нас очень снежные. И температура была максимально низкая. Минус 35 градусов. Ну и в то же самое время я хочу сказать, что я посадила... тоже саженцы, выращенные из семечек, но яблоки были куплены в магазине. Я пробовала, были вкусные, и я сажала. Так вот, яблони, выращенные из семечек, купленных в магазине, не ваши, а в магазине, они все погибли. Они все замерзли, и сейчас начинают отрастать. Мне пришлось, конечно, вырезать вот эти сухой стебель. Вот сейчас покажу. То есть они, он какой маленький. А возраст у них одинаковый с вашими яблонями. Вот. Вот второй вырезанный. Сейчас покажу, что вырезано. Вот видно. Раз, два. Вырезано. И где-то это была яблоня тоже Honey Grunch. Она вообще была большая. И тоже вот ствол высох, замерз, не выдержал вот этот стволик. Так что, благодаря вашей технологии и вашим прекрасным семенам, морозоустойчивым, сад железо у меня растет. Ну и хочу сказать насчет груш. Весной тоже груши. Очень красиво цвели. Я посылала вам фотографии. Слева вот эта Ольга. Она цвела. И вот она, пожалуйста. Она вся уже в маленьких грушках. Все по вашей технологии. Дерево не трогала. Нижние ветки стали отрастать. Вон как они низко растут. И, по-моему, даже на каких-то из нижних веток я видела груша. Висела. Вот, вот, пожалуйста. Это вот на одной из нижних веток висят плоды. А так бы я состригала все, у меня бы не было этих плодов. Вот они, все из нижних веток, из нижних. Вот такая красота. Все благодаря вашей технологии. Была у меня одна финка, соседка. Так она смотрела на эту грушу и все восхищалась. Какие чистые листочки. Ну надо же, ничего на них нет. Какие они чистые. Но я сказала, что я выращиваю. Я не делаю обрезку никакую. Не пользуюсь химикатами. И дерево растет в естественных условиях. Спокойно. Вот и все. Спасибо вам большое за ваши вебинары, за ваше обучение. Я ваша ученица с 18 года. Оставила деревья в покое. И они растут. И, как видим, плодоносят. До свидания. Всего доброго.